carisma, for example, se analizza che è un calma se da giacita, un calma se in neva, è un analizzavis. La scelta da analizza più standard è ik da chi è, se leva da aizza, se anche ciò su declarazione, se anche sa interesso a e, se anche mi su prevenza, da chi è, da è declarazione, di sabo di declarazione, non mi e da per fazza si da amo, sono tu ara i si scia che scia qua dutza della si te di si ciò che si è feva sapete quando la scia qua dutza sa e chi per un ma un ma fai scia e don sa e a se ti mo fai dutza di sia da mia sa e te le su sa che per via un po' che do so vada a se te mi dà un cazzo e do so sa che la scia un esercizio a te di la vizio non mi dà e la scia qua dutza da e a la zia sa da la scia che tu sa che mi ha anche non sa da la scia которые повлияли на
наступление, повлияли на наступление неблагоприятного исхода. Также это может быть отсутствие необходимого медицинского персонала или недостаточный опыт или медицинской квалификации врачей. Даже отсутствие необходимой аппаратуры может повлиять на неблагоприятный исход всей процедуры. Необходимо также учитывать и само поведение пациента. Пациент сейчас в нашей современности стал более критичным, более конфликтным, более самоуверенным и часто, так сказать, не обращает внимания, игнорирует предписания врачей и даже старается как бы быстрее сбежать из больницы для того, чтобы, так сказать, поскорее очутиться дома. И есть такое выражение «родные стены лечат». Но, к сожалению, не всегда они лечат, и не всегда дело благоприятный оборот. И необходимо также учитывать и те случаи, когда во врачебной практике происходит так называемый тоже несчастный случай. Речь идет о невиновном причинении вреда пациенту, когда, скажем, для лечения какой-то болезни просто не существует необходимых знаний в медицине, нет достижений медицины для лечения какой-то болезни или для проведения операции. В данном случае врач действует невиновно. И, подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что на сегодняшний день в Российской Федерации очень мало выносится приговоров врачам. В основном врачи подают иски в гражданском суде, так сказать, гражданское производство открыто. Но чаще всего действия врачей заканчиваются дисциплинарным взысканием, то есть осуществляется дисциплинарное расследование, врачу выносится выговор дисциплинарный, он может выплатить штраф за свою ошибку, допущенную им, скажем, во время лечения или операции, или ему необходимо пройти курсы так называемого повышения квалификации. То есть очень часто дело до суда просто не доходит. И исследуя судебную практику за 2010-2011 годы, я увидела, мне бросился в глаза тот факт, что чаще всего в уголовно-правовой ответственности привлекаются врачи за совершение таких преступлений, как причинение смерти по неосторожности в связи с осуществлением им своих профессиональных обязанностей и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, также ввиду ненадлежащего исполнения правовых профессиональных обязанностей. Причем чаще всего затронуты такие профессиональные сферы, как хирургия, гинекология, анестезия и общая медицина. Уголовный кодекс Российской Федерации знает также и другие преступления, другие действия, которые специально направлены на привлечение врачей к уголовной ответственности. Но, к сожалению, в судебной практике они встречаются не так уж и часто. Как я сказала, дело до суда просто не доходит. Какие же это деяния? Во-первых, это не оказание помощи больному. Затем оставление в опасности, халатность, получение взятки, незаконное производство аборта, незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью, нарушение санитарно-эпидемиологических предписаний, служебная подделка документов, хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконная выдача или фальсификация рецептов или иных документов для получения наркотических средств или психотропных веществ. Вот это основные деликты, которые рассматриваются самим законом, самим законодательством. Существует также всем известная стерилизация мужчин и женщин, а также трансплантация органов. Эти положения специально в законодательстве не указаны, то есть нет такого состава преступления. В данном случае при совершении этого преступления действия врачей квалифицируются как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшего за собой потерю органа, или злоупотребление должностными полномочиями в случае трансплантации органа. И я хотела бы остановиться более подробно на некоторых деликтах, которые наиболее часто встречаются в судебной практике за 2010-2011 годы. Во-первых, это причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей. Для начала я хотела бы пояснить, что же такое причинение смерти по неосторожности, неосторожность. Под неосторожностью в российском законодательстве понимается два вида вины. Это с одной стороны легкомыслие, с другой небрежность. Ну что ж. Тоже, да? Замечательно. То есть, как вы знаете, при совершении преступления по легкомыслии лицо предвидит возможность наступления смерти, но без достаточных к тому оснований рассчитывает на предотвращение этой смерти. Да? И такие примеры за 2010 год я нашла в решениях суда. Проведение аборта врачом-акушером-гинекологом на 16-й неделе беременности без наличия обязательных при проведении аборта на сроке свыше 12 недель социальных и медицинских показаний, что повело за собой смерть потерпевшей. То есть в данном случае лицо, врач, оперирующий женщину, нарушил свои профессиональные обязанности. Он знал, что могут причины такие последствия, но, так сказать, все равно совершил эту операцию. Следующий пример – это проведение лапароскопии. Причем оперирующий врач-хирург знал о возможности развития осложнений после оперативной периоды, но в связи с переоценкой самозначимости и за его профессионализма, как это часто бывает у врачей, в связи с опломбом, так называемым, он понадеялся на благоприятный исход операции и отказался от проведения контрольного обследования, что также повлекло за собой смерть потерпевшего. Das mathematische Abtreibung im typischen Strafrecht. Hier sehen Sie eine Landkarte oder Weltkarte. Da kann man sehen, grün ist Abtreibung ist erlaubt. Ohne die gleiche Abgrenzung. Da sieht man Türkei und Georgien zusammen, aber weiß nicht. In der Türkei kann man das nicht sagen. Es gibt doch Abgrenzungen. Man kann nicht sagen, Abtreibung ist ganz legal. Ich weiß nicht, ob es auch so ist in Georgien, aber bei uns kann man das nicht sagen. Das Embryo wird ja geschützt, aber nicht wie der Mensch selber. Embryo ist noch nicht ein Mensch. Deswegen wird nicht so geschützt wie der Mensch selber. Aber das Embryo ist ja nicht ein freigestelltes Wesen. Es muss auch geschützt werden, weil es schon im Bauch ist und daraus wird ja ein Mensch. Deswegen muss es auch geschützt werden. So gibt es bei uns auch Regelungen, wie auch in anderen Ländern, die das Embryo oder den Embryo schützt. Wir haben zwei Regelungen, einmal von 1983, das ist Bevölkerungsplanungsgesetz, und einmal Strafgesetzbuch von 2005. Es gibt allgemeine Regelungen in diesem Gesetz über Bevölkerungsplanung. Eigentlich, es war so damals, 1983, die Population von der Türkei war sehr hoch, es gibt immer wieder mehr, und deswegen hat man gesagt, wir machen das, wir liberalisieren das jetzt. Damit hat man erlaubt, dass man der Abtreibung leichter machen lassen kann. Aber zurzeit ist es, die Wende hat sich umgekehrt. In der Türkei gibt es weniger Geburten. Und man sagt jetzt, wir müssen mehr Kinder haben. Aber wir haben jetzt ein neues StGB 2005. Das ist auch ein liberales Gesetz, wenn man Abtreibung kann man sagen. Ja, im Artikel 90 StGB wurde Fernabtreibung geregelt, wonach eine Abtreibung ohne Einwilligung wird bestraft von 5 bis 10 Jahren. Eine Tötung mit lebenslänglichem Gefängnis bestraft, aber Abtreibung
Computer mit so Szenen. Da sieht man den Unterschied zwischen Embryo und das Leben, das Kind. Das Türkische ist ja gesagt, das Kind. Aber eigentlich ist es ja kein Kind. Das Kind wird im Gesetzbuch definiert, Artikel 6, eine Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Aber das ist ja das Embryo, es gibt ja keine Person. Und deswegen, obwohl das Gesetzbuch das Kind sagt, wir verstehen das als Embryo, nicht das Kind. Das Kind. Was ist Embryo? Das ist das Wesen ab der Befruchtung bis zur Geburt. Ja, und das Gesetz sagt, wer ohne medizinische Notwendigkeit, wenn es nur ohne medizinische Notwendigkeit gibt, dann kein Problem. Auch mit Einwilligung der Frau, das Kind einer Frau abtreibt und deren Schwangerschaft mehr als 10 Wochen besteht, bis zu 2 bis zu 4 Jahren Gefängnis bestraft. Der angehörige Artikel hat bestraft, ohne Einwilligung. Die Abtreibung ohne Einwilligung. Hier ist Abtreibung mit Einwilligung, aber das Embryo ist älter als 10 Wochen. Und die Frau wird auch dabei bestraft, wenn die dafür einwilligt. Was ist Abtreibung? Eigentlich ist Verhütung keine Abtreibung und Tötung sind keine Abtreibungen. Dann, ich muss erklären, was Abtreibung ist. Das ist etwas, was zum Tod des Embryos führt. Sie müssen ja nicht in einer bestimmten Weise begangen werden. Zum Beispiel kann man in Gebärmutter durch Ausschabung das Embryo wegnehmen oder der Mutter ein Medikament geben und dieses Medikament tötet das Embryo. So kann man beide Arten sind abtreiben. Abtreibung muss vorsätzlich sein. Fahrlässige Abtreibung wird bei uns nicht bestraft. Wenn zum Beispiel ein Arzt einer Mutter